Ну вот, ребята, пришло время раскрыть завесу тайны. Короче, мы едем на планерную заниматься конным спортом спустя 5 лет. И я сейчас еду с мамой в машине, и мы едем забирать двух моих прекрасных друзей и погоним все вместе на планерную. Я попрошу свою прекрасную маман, чтобы она сняла, как я буду верещать от лошадок и ностальгии, потому что я обожала просто, я обожаю всем сердцем планерную. Там даже будут лошадки, на которых я раньше ездила, которые вообще сейчас уже старенькие, все мне их так жалко. Шо их все еще мучают. В общем, встретимся с вами когда-либо. Мои друзья уже будут ехать там и кричать разные непонятные слова, в общем. Ребята, передайте привет. Да. Ананас. Ананасы. Да. Вообще. Просто самые лучшие друзья дарят что? Ананасы. И носки. И носки. Носки вы увидите потом, потому что это слишком интимно. Я сейчас в машине, поэтому нет. Но мы едем гонять на конях. Надеемся, что мы не умрем, да. Да, возможно. Потому что я 5 лет. Ничего не гарантирует. Да, потому что женщина, которая будет нас учить, когда я занималась на конной школе, она заставляла меня садиться без стремян, без рук и на галопе держаться одной только ногами, при том, что у меня еще палка была за спиной. Короче, я раз не знаю, сколько падала. В общем, будем умирать. Господи, дожили 5 лет спустя. Наконец-то доехали на планьку. Здесь вообще прекрасно. Солнышко светит, птички поют. И там даже манеж. Короче, блин, такие эмоции, хочется реветь просто. Девочки, скажите, вы рады? Скажите, здрасте, что вы рады. Очень да. Рады. Вон там манеж, господи. Спустя 5 лет я возвращаюсь на свою родину, если можно так сказать. Вот наша конюшня вон та самая дальняя была. Вон та вот. Собака, ты серьезно? Мы пришли в манежик, и, короче, мы ждем, пока придет Ульяна, и будет... Мам, покажи, мама хвастается? Похвастайся тут. Похвастайся. Сверху. Нет, похвастайся вот так. Вот. Видите, мама очень довольна. Очень. Ха. Мама должна быть довольна. Сейчас придет Ульяна, заберет нас и будет нас мучить. Ульяна — это тренер, кто не в курсе. И да, тут, кстати, мы все переделали. Раньше тут были свинки, а теперь их тут нет. То есть книжки. Это просто манеж, в котором я 5 лет назад ездила, занималась. Сейчас мы идем, и мы будем ездить на конях. Господи, это Лидаза, это лошадь, на которой мы ездили просто нон-стоп. Тут у ребят соревнования по вольтежировке, а мы будем в соседнем манежечке трястись. Ребят, скажите, вы готовы умирать? Лидазочка. Лидазочка. Она меня так здорово кинула один раз. Thank you.
рада, что я как будто бы вернулась там обратно. Спорт у нас там. Так здорово, что на улице, да? А солнышко. Ну как? Спроси мои ощущения. Мне все очень понравилось. Просто уж класс. Все, что мы хотели, то мы сделали. Класс. Очень здорово, что на улице получилось. Да, я очень рада. Моя мечта сбылась. Угу. Все, лошадки, ку-ку. Ух ты, ноги. Да. Я могу ходить. Я могу ходить. Просто хожу вот так. Ставь лайк, если тебе это знакомо, а после тренировки ты ходишь вот так. Такой красивый. Какие лошадки. Спасибо, что нас покатали. О, бегуны. В этой конюшне я, к сожалению, никого из своих коней не узнала. Мы очень довольны, ребята. Скажите еще раз, что вы довольны. Мы довольны, мы счастливы. Ура. Мы счастливы вот. Вместе. Сейчас пойдем искать лошадей. Мясо. Эй, лошадка. Ещё какой славный. У него носик такой клёвый. А ты кто такой? Такой хороший. Холёс, он такой огромный. Вообще у него такой нос. Такой славный. Я понимаю, что это очень нервно. Теперь мы идём. А? Серая лошадь. Да. Сейчас мы идем самое интересное смотреть. Представляете, сколько часов жизни на моей. Да. Ой, я не представляю. В общем, сейчас мы пойдем в ту конюшню, где я занималась. И посмотрим, как я буду реветь, плакать, кричать и делать разные вещи. Настоящий живой фриз. Очень симпатичный. Я тебя не нашла. Какой большой. Настя, ты поняла намек? Очень здравый мысль. Пора ехать. Я не хочу отсюда уезжать. Пойдем еще посмотрим. Настя, ну тихо, ну тихо. Что ты хочешь от меня? Ну, порядок. Маленький. Онечка, привет. Ой, не ешь меня. Не ешь мою руку. Время уезжать с планерки. Ребята, давайте скажем еще раз, как нам понравилось. Огонь вообще! Огонь понравилось. А планерная! Так, девчонки, вытирайте руки как следует. А, уже а теперь время жрать. Ой, правда, вся прыгает. Ой, прыгает. Все прыгает, ты че? Ну, за хитрый.
Ты думаешь, ему можно доверять? Они все хитрые, они все продолжают. Ой-ой-ой, держи. Шум, он пошел. Ребята, вы счастливы? Маша вообще красивая. This is the greatest show.